Ну, ё-моё. Здорово, сосед! Чё хотел? За солью зашёл! Судья, обожди! Вообще-то я преподаватель. Чё, Лёх, на тренировку? Ага. Ванильный. Здрасте, дядь Маш. Здравствуй, Васенька. На учебу. Ага. А я это, в магазин уже сходила, все купила. Это очень хорошо. Это я... Здрасте, подкрасьте, что отец, что сын, дом дучье. Че, тетя Маш? Успех у тебя в учебе. Спасибо. Подсоси бы. Здорово, Васек! Ну че, ты куда? В институт. А, ну поехали. У метро меня высадят. Походу зря я ему игрушку подогнал. Индальда иду. Добро пожаловать в сверхзахватывающую игру «Викинги». Давай рубать противника вместе, ищи меня под ником «Про-бро». Прости, про что он говорит? Да про игру чешет. Прикинь, в мобильничке целая сторона. «Викинги» — самая топовая стратегия в твоем телефоне. Строй свой город, создавай армию, захватывай другие города и становись еще мощнее. Объединяйся кланами и нападай, разоряй богатей. И чё, хорошая игрушка? Стратегия реально хорошая, но самый топчик, братишка, что они постоянно призы разыгрывают. Уже 32 айфона ушло, и сейчас главный приз iPhone XS. О! И выиграть-то реально просто. Скачиваешь игрушку, а ссылочка обычно в описании. И доходишь до 10 уровня вон с этим. Скачивай викингов по нашим ссылкам в описании и получи вдобавок 200 голды и бесплатный щит. Отличная игра с прекрасной графикой и понятным геймплеем. Наслаждайтесь процессом после тяжелого дня. Добрый день. О, это вечер. А вам какой этаж? Мне вот пятый. Я знал просто вот, ну, вежливость там, понимаете? Вы что-то сказали? От скоты, чтоб у вас дома так... Добрый день. Свинья ты, Вася. Да это не я. А все так говорят. Знай, я участкового вызвала, а ты мой расскажешь. Значит, вы говорите 8:30 утра? Распишись. Пиши, пиши. Лупоглазый. Егорыч, что это за... Да у тебя унитаз подвесной. О, Бэпа на тебя нет! Егорыч, ты давай побыстрее. Тут пошли, у меня там еще стена расписана. Дед Морозки сделает. А ты это... 1000 рублей не займешь? 500. Пойдет. На, утилизируй.
хватало еще мне с мусором возиться. Заливаешь ты нас, сынок. Как заливаем? Надеюсь, никак. Опись. Ну что, течь будем устранять? Ухмед! Меняй тройник, я тут держу! Кого менять? Тройник! Тетя, это как ее, Маша хочет подвесной унитаз. Не, ну а течь-то устранили? Течь будет! Самотеком! Обращайся. Днем Зукача. У тебя бур по бетону есть? Нету. Здорово, Васек. Короче, у тебя там это свет в машине горит. Спасибо. Можешь не благодарить. Ага. Не спится им. Все ходят и ходят. Не поможете? Конечно. Спасибо. Скорую вызывай! Я зашитый! Ты пиццу заказывал? Ты чё, Васёк? Да пицца холодная. Что происходит? Так это, Васька ограбить хотел. Оформляю! Вот ты и попался! Пин-код от карты быстро! Слушай, у меня там лампочка перегорела. Не поможешь? Да. Ну вот как бы. Готово! Звонить! Ну ты можешь тогда хотя бы с собакой погулять? Да. Красавчик, да? Ага. Моя бабушка такого же хочет! Помой! Спасибо! Нормально, вообще. Ты чё? Ключи от машины забрать. А это можно. С днём рождения! Нюхай! У меня машина.
машина не завелась, не подбросишь. Если только до ЗАГСа. Ну, наконец-то ты решился! Борька! 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 Дебил. Барвикинс Сульмарнар! Мурдарнар Гюрнустр, Хурнамарна! Рунда! Ванильный! Я тоже подкачался, да? У меня машина завелась, не подбросишь! Завелась, так езжай! У меня машина... Дубль! И в очередной раз нам помог Леха с YouTube-канала Wrestling Beer 1620. Вот, подсказочка всплыла. Зайдите, оцените его канал, там заруба такая закрытая между такими мощными чуваками. Возьми свет подальше, Васька. Васька покрасить хотел. Васька покрасить хотел. Понял? Я люблю Харра. Ура! Что я сейчас говорю? Здрасте, подкрасьте. Угу. Да я не помню первую фразу, Миш! И еще перейдите, пожалуйста, по ссылочке в описании. Игру «Викинги» качайте, это наши спонсоры. Они, может быть, нам еще рекламки накинут.